Пауза, матч. У меня задержка была, кстати. Еще секунды, и опять пошел бы на 24-й. Ладно. Это другая сторона. Бля, это что с ней делать? Блин, нормально. Подпевать, я сюда иду. Ну хорошо, Артур идет деф от Синди, мы с тобой по краям. Куда пойдешь, на Лиму или на гольф? Лима, либо давай гольф? Гольф. Давай я на гольф. На гольф. Все, я играл справа, мне там удобно играть. Хорошо. Плюс у меня форвард депло есть. Все замечательно. Истребители берем? Да, либо нет? Да, я возьму демон. Все берем, значит. Я возьму Thunderbolt, блять, вот насчет игла... Нет, я не возьму. Я не возьму берешь. Thunderbolt, помогу Маркусу против вертолета. Но без истребов это не имеет смысла. Ну, вот либо истребы, либо не истребы. Артур возьмешь истребитель? Ну, один игл возьму, да. Ну, я могу Харри, Артур, цигну, там вертушку взять. А, вот, кстати, у тебя же Харриеры есть, может, не набрать Thunderbolt. Я возьму. Ну, только мне прикрыть-то надо. Ладно, хуй с ним, я возьму игл. Пофиг. Не, ну, я же спрашиваю. Просто как мне показалось, либо все, ну, берут истребы, просто... либо не все, ты не согласен? У меня 500 очков на воздухе стоит. Я сейчас понял. Не очень весело, ну ладно, пофиг. Есть гуд. Такой сейчас напряжный саундтрек стоит. Нашел какого-то американского композитора, который тактическую музыку клепает. И мне прям нравится она. Для стратежек самое то. Мозги напрягает. Концентрацию повышает. У тебя самый нормальный сит, короче. Подрабатывай. Кого? У тебя самый нормальный сит, короче, из наших. Так что будем с тобой водить дел. Хорошо. А у ресит у тебя же самый нормальный. Я понял, я же говорю, хорошо. Ну, Plane Train, главное согласованно накопить. Я не услышал. Главное согласованно накопить, то есть не вылетать по одному. Это особенно F-117 я касается. Что, просто... Они могут выключать. Ты вот понимаешь, ты можешь танки просто выключать за раз. Если будет это масс налет, то мы им будем танки выключать один за одним. Я и Найтховком могу, лишь бы они держали выключенными радарное ПВО, понял? Ну, вряд ли они так будут делать. У них даже стрелы могут сбить войны с F-117. А, ну хотя нет, здесь немножко не так, он же не обнаружает цель. Нет. Да, он же не обнаружает цель. Если нет, здесь не спали, да. Подарником там нет. Я не знаю, кстати, что они сделали с обнаружением. F-117 палился всегда, ну... Типа... Но он после сброса палится, но... Да. Типа... Такое... Нет, тут, наверное, знаешь, чем связано? С тем, что просто немножко другие карты. Я просто сейчас думаю про Wargame, а на самом деле там такая же ситуация. То есть не особо отличается, кроме того, что F-17 кидает сразу две бомбы, а здесь только одну. Ну так это наоборот плюс даже, отчасти. Ну F-17 там один, тут целых два. И он немножко по-другому стоит. Я вообще не понимаю, почему этот Strike Eagle такой дорогой по сравнению с Найтховком. Ну типа да, у него там есть еще и ракетки, воздух-воздух. Гольф это тройка, кстати. Да. А, блин, слушай, я вот думаю, куда очки потратить. Гольф это тройка. CV, я возьму CV. А что оно по CV-шкам вообще, блядь? Я не взял ни одной, например. Ну, справляйся. Я с тобой согласен, я буду исправляться. Я на я исправился. Модель попробую за. Ну, все хорошо. Джульет и Лима Акила я захвачу. Нет, Джульетта, я через нее проеду. А, кто-то сможет противоблётку выставить дешманскую потом? Потом. Ну да. Все. Фланги тоже задаваем, а фоба у нас сколько пойдово? Ноль? Ноль. Бля, я фоб забыл, сейчас ставлю. Красава. Я поставлю. А, блядь, проблема, в Wargame же он автоматически ставится, а здесь, сука, еще не забудь поставить. Чего не вас космо, блять, ладно.
НБК, может ты кинь также газельку по краю карты РКТшную, просто фобу запалить. Ок. Я РКТшниками тоже облечу. Что-то они не нажимают клавишу старт. У нас все нажали клавишу старт? Я не нажал. Я сейчас отменил. Подожди, я тоже не нажал. Это мы, походу. Но я нажался. Артур, сколько ты самолетов взял? Один? Один. Один. У меня истребитель, АСФ. Тоже, ну все. Так, раз, два, три, четыре. 5-6. То есть мы должны будем 3 зоны из 5 взять, скорее всего, это Дельта. Индия Дельта. Браво и Альфа вряд ли. То есть приоритет на Дельту будем косить. А, они, возможно, нет, кстати, мне кажется, зря, захотят я... что-то. Это... Ну, посмотрим. Ну, там зависит от развертывания. Если Маркус сейчас там реально всех разъебет. Uh-huh. За счет форвард деплоя. Там так Красный Берлин тоже может сейчас сапогами насрать в теории. Я не со старта, Маркус, но я тебе вот начну закупаться сразу же на Браво танками. То есть у меня будет такая вот думстак с Абрам кататься. Поехали. Ну, уже пиздец, какие командные, да, этику дивизии? Какие? Именно командные у них друг дополняют прям сильно. Ну, так просто красная сторона такая. Да. Ладно. А у НАТО эти диаманты. Все слишком уникальные. Так. Не вижу пока ничего и не слышу. Не слышу вообще нихуя что-то. Это хорошо, хорошо. Уже наш масфолит готов наполовину, считай. И в 117-м будет плацдарм. 18 секунд, возможно, выкупят АСФы. Там главное МиГ-31 бояться. У них две штуки, там пара. Чтобы нас сильно не повыцепляли. И мы не ушли в минус. Аккуратно, могут вылезть. Mm-hmm. Перемещает ближе к спауну. Я не вижу их пока что. О, заебись. Красный Берлин. А вы взяли один отрядик, есть. Сейчас поработаю Thunderbolt'ом. Скиллфорджер некий. Хорошо, скиллфорджер это 39-ка у меня, возможно, БМП-3 на плацдарме. Красный Берлин у вас там, да, как я и ожидал, сапоги и птуры. Ай, ПБС, я убили, жалко. Ми-24 на левом фланге, надо перехватить. А, у нас еще до 2000, да, у нас эти? Да, конквест до 2000. Ребят, можете один торнет на левый фланг, там Ми-24 висит. На левый фланг, Ми-24. Да, плюс. Газельку загрыз. У меня просто игл может не долететь банально. Сидом прочекайте. По возможности. 80 БВ у меня в наличии. 127 МС, облет не дают сделать. Контролят. Найтховка работает, да? Отлично. Закупаю второй МР-3. Так, достаю мортиры. Так, Артур, не рискуй на Индии танками, то есть, типа, забери точку и... Да, так что у них плюс 2? У нас по точкам что? На Индии. Но сейчас будет поровну. А, Индия доехала, понял. Сейчас будет поровну, да. А, сейчас все окей будет. Warning. Reverse
but keep facing the enemy. Engaging target. Артур не рискует танками, потому что одним втором могут вообще выбить танк. Вот мне нравятся эти прострелы, за домом стоит машинка. И тут хер знает как летит. Так, где там сиды, где можно полетать? Купить сид? Могу на Xbuy выкупить сид. Справа у типа только стрелы видел. Плюс 79-ка выкупилась только в танке. У него вряд ли ПВО много. Oh, 39-ку я отбиваю, но во фланг бьет 79-я. Кто-то вот в соло летает, это плохо. Справа чекни сидом, я тогда помогу тебе с танком. Летаю сидом. Истребитель также поднял. Так, минометы приехали. Буду работать через стену БМОВ. 31 летает. Он эвакуировался. Только стрелы, походу. Он по кубу уебал. Был куб. В этой области. Уебал, походу. Больше никого, да? Сейчас да, только стрелы. Я как раз в топ-бой вступаю, будет отлично. Ой, я БВшку сейчас подбил. Блять, пропало за света. Ну, я походу и так разъебу. Стрелы задрейни лама. Я две ушки убил только что. Хорошо. На меня как раз вылетел, ёб. Повезло. Жестко повезло. Вдогонку за стрелами пойду. 82-я тоже умерла, что ли? Я немножко не понял. Да, два танка минус, все. У меня все хорошо. Вызываю через рекон и птуры. Закрепляю позицию. Фокс у меня здесь погиб, возможно, что-то жесткое ехало. А Артур тут со мной бегает, да, рядом? Хорошо. А то можешь попробовать через лесок, а я пока сейчас танчики просто переведу, и мы начнем им пробивать дельту, например. Су-27С справа, скаут под угрозой. Эйчей Артура работает, хорошо. А, ты сейчас там третий мред, все, забей. Все. Давай я ближе к лесу буду воевать. Я сюда салт каких-то чуваков вызову. Они артой закупают. Артой закупают, да. Окей. Ну, я, кстати, из арты я минометов ничего не взял. Логично, кстати. Можно, это ошибка. Командирка, паза свет. Командирка за светом, а можем ли мы туда своего командира поставить, кого-то наглого? Я могу с султаном попытаться проехать, как думаешь? Просто султаном проеду, на похуй.
Если задекапим, то будет норм. Но я проехал, я вот здесь проехал, так через диски, понял, проехал. Хорошо. В борт не получай. Хорошо. Сидон, сидон, не забывай. Сид, репэйр. Нам сейчас бы какую-нибудь разведку с превосходной оптикой. Я думаю, мы бы дельту пробили. У нас очень много танков, у них танков мало. Плюс 39-я вне позиции. Плюс сейчас придут туры, и он не сможет выехать на эту позицию обратно. То есть, как вариант. Часто там и чиним танчики, чалики я уже подвожу. Ставлю дымную стеночку. И будем от нее работать. А, Next Byte, докупаю сит и летаю над Дельта Индией. Двойная БМП-3 поехала на Фокстроте. Если пойдет на точку, мне надо будет докупиться, кстати. Поднял истребитель. Вы вдвоем где-то на другом месте фокусируетесь, Джесси? Я Браво, я помогаю Маркусу, мы Браво сейчас хорошо, забираем. Хорошо, хорошо. А мы вдвоем с Артуром пока на Дельту сейчас пнем. Да. А, ну, Сид вылетел справа. Как бы, ну, давай себе сам фаст пуши, потому что Артур, ну... Я такой... понимаю, так мы спокойно вообще, блядь, типа... Да. 39-го разъебали, сейчас 79-го будем ебать. Я считаю, будет вполне удачно. 31-й вылез. Вижу. Фокусит не файтер. По-моему, повезло, по-моему, повезло. Пойду залечу на него. Ну, Ми второй кружится. 127С. А у них там дабл, еще и бук на базе. Ладно, это было нагло. Сушка летит на брах. Хорошо. Все окей. Все под контролем. А может, слушай, поддави немножко вот здесь. Буквально чуть-чуть. Батарея кубов. Микрит. Пехами надо можно заходить. Можно же не залетать на них, просто подсвечу, понял, и улетать. Я понял, да. Я артить буду. А Роси там проедь. Я слушаю, что арты, значит, должны быть фобы все-таки. А вот мы не доиграли этот момент. Охереть, там у них этих дают. Да, танчиков 79-ка накопил, но как и ожидаемо, в принципе. С ним главное сблизиться, как ни странно. Пусть у него автолоудер, зато у нас броня больше. Просто от дымной стеночки играй, не спеши. Просто не в сырой юнит. Настреливай в ту сторону. Вот мехрайфлы где заходят, вот это сейчас будет хороший заход. Акацию там видим? Да, я сажусь. Хорошо. Офигеть, о чём сбилось?
Я вызову хилармов, у него походу ПВО будет сейчас слишком в жопе, будет бояться сюда. Хорошо, 79-ка просто уходит, она сгоняется, по факту. Поймался. А ты ж не купал, хорошо. Вот пока что в эту сторону чисти, а я его пока подержу в упоре. Он дымов боится очень сильно, видно. Они его очень сильно пугают. Так, и танчики надо закупать все-таки. Командир завезли, хорошо. Начинаем капать. Убы, блядь, это слишком жирно. Молотон съедет. Так, я сложу с ПВО. Так, я потихоньку начинаю масвулит готовить. Потому что вижу, что 39-ка катается без ПВО вообще. Сит и вакнулся. Они хилармы, конечно, легко разъебали. Вступаю в бой с 39-кой. Хорошо, РСЗО пошло. Orders, это по-нашему. Сейчас, секунду. Хорошее попадание. 17 отработал. Видишь, стрелы слепые. Прям постреле. И нифига. А, лол, по шоссе можно быстрым маршем кататься. Вы в курсе были? По взлетной полосе можно быстрым маршем кататься. Скорость ускорять. Так это рельсы, блядь. Рельсы посреди карты для танков просто. Век живи, век учись. Выхожу из боя, мне здесь не нравится. Позабивай пока вот мехрайслами дома, если еще остались, Артур. Просто пехотой любой забить, вообще любой. Чтобы она в ту сторону хоть смотреть могла. Правильно. Это правильно. Хера не закупились ПВО там на центре. У меня есть масс-вылет, кстати, в наличии. То есть если где-то надо отбомбить массово, то я готов. Это что за самолет летит? Хаешник. Ну ладно. Постановка командира, у нас преимущество по очкам. МиГ-27К ЛГБ падает, отлично. Братос на миду. Братос на миду. Можем на него вылететь принудительно, если будет цель. Здесь. Если будем видеть цель. Там ПВО дофига, нет. Вообще отказ. Ну, один бук минус. Один, вот по меткам там, да, бук был. Вон Братос, а вот слева метка. Там дофига, там и тунгусский, и пару буков, там и кубы, короче. Что, может право полетаем? Да, да. Может право вылетим? Может право вылетим? Подвезем. Право можно, право пустое. Я полетел. Радарного вообще ничего не могу. Я харьками вылетел, прикрыл истребителем. Еще кластер добачу. Додачу. Ой, Буратос, хорош, залетел. Я буду фокусить Т-80Б, у них нет ДЗшки. Считаю это правильно. Royal Air Force, rule the sky.
Я где-то въебал Марк III, походу, да? Ладно. А, нет, не въебал. Я вообще, походу, без потерь пока. Блин, разъедни. Подпалили. ПВО у него мало справил, 39-ку вообще можно на халяву бомбить. Просто на халяву. Матываюсь. 27 мест, пара. Есть снабжение подвести? Закончилось топливо на челленджере. Сейчас перемещусь наш этот на ВПП немножко. Вижу, там 30-ка подавливает. ТС-9 у нас тупит. 79-ка тупит. Топит 79-ка нас немножко. Буду хилармы вызывать пока. Может, на сдерживание сработает хотя бы. А здесь дымами насрём, пусть боится. Хорош, я захожу дальше в город. Давай, давай. Сейчас 125-й, главное сейчас как-то задоджить. Можно, да. Ага, ага, понял. Я сложусь автой туда, слышишь? Давай, давай, нормально. Чалик починили, спасибо. А, ну чел застал, чел застал. Хорош, хорош. Значит, по воротосу стреляю. Давай. Блин, ну топать жалко. У них там масс вылет, на самом деле. Мы справляемся? Да, нормально. Такое. Не очень. Ну, два танка, конечно, минус, но это не страшно, учитывая, сколько там вертолетов. Еще и Боротос упадет сейчас. Скорее всего. Не, не упадет еще. Упал. Уехал. Не, Боротос минус, Боротос о, минус. О, хорош, хорош. Чего это? Хорош, да. Достал. Отлично. Прям отлично. Ну и точку... Ну, плохо, что Сивихи нету под точку, но вообще точка наша, по сути. Победа я наша, что, точка наша. Ой, бля, там это стрелки, ой. Ой, Артура занулили немножко. А, говно. Ладно. Там минус два. Это некрасиво получилось. Ладно, вот это было некрасиво. Да их пусть. Но. Нормально, сейчас вторую дома посажу и все, и доиграю. Хорошо. In cups, да? Хочешь так сказать? Что я, блядь, больше часть времени, ему понять, куда, в какую сторону мне приткнуться, нахуй. Сука. У меня впервые топливо закончилось на танках в этой игре. Уже не подловлю. Там был скоблен, не залетаю. УДХ. Слева две УДХи. Слева, да. У меня где-то патч был. Сейчас, может, как-то... На УДХе мы можем вылезти принудительно. Ой, слушай, а у нас 5 минут все осталось, что ли? Ну, вообще, да. Артур, веселье закончилось. Тебе не хватило, Артур? А? Ну, у меня хватило? Только танки подъезжают, блядь. Артур такой, да, мы еще даже не начинали, да? Да. Да, мы еще даже не начинали. Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Вообще, надо вот этот думстанк 80-так ёбнуть. Ой, бля, вообще. Так, давай, я готов вылететь, хоть сейчас. Я Тандерболтом, я уже лечу Тандерболтом. Все, я полетел бомбить. Истребители, главное, поднимите, у них много истребителей. Типа, если мы не поднимем истребители, то нам это все выебут. Хорошо, я вылечу сейчас 2 секунды, я вылетаю иглом. Я вылетел иглом. Thunderbolt лети, добивать там. О, давай 31 выбивать. Ну, сид, 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 давай, давай. Все. Второй куб. Хорош, два куба забрал. Или один остался, куда? А, там гуска там осталась.
ёбаный ад происходит. Я нихуя не понимаю, что в этой игре происходит, на самом деле. Прям честно. Bullseye! Rule Air Force, rule the sky! Yes, sir. Нормально. Да, у меня бейлаут, нахуй, начальный заряд. Ну, мой любимый крит в этой игре. Я бы сказал, пиздата. Пиздата? Слева тунгуска, справа тунгуска. А я убил справа тунгуску тандерболтом. Ста. Осторожно, залетаю, пойдет. Я в наглую на неё просто. Что? Еще один минус. Бррррр. Еще один готов. На бычий глаз на правом фланге. Сбрасываю яйца. Живой, слушай, вон там на левом фланге УДшка наглая. Ну да, только там этот тунгуска, если сбреешь ее. А я, может, вот блядь, не получилось добить, да и хуй с ним. GG. Изи. Изи. А я не такой наглый, как ты. Ну, я не стример, мне может. Это пока. Потом покупаешь щелки. Ай. Ох уж эти европейские ценности. Не, ну, блин, хоть, там хоть чуваки юниты двигали, не могу сказать. На самом деле, 79-ка у них нормально намасилась. Почему 39-ка ей не помогла? Вот у меня такой вопрос. Чё 39-ка ей не помогла вообще? 39-ка вообще приехала на зону без аргументов и все. Боже, ебать, вы их там срете. Я не знаю, у вас там какие-то личные счеты. Да, вату всегда надо так. Вот так особенно вот, если это от этого. Как там его, блять? Кто озвучкой занимался, блять, Сапков? Я полетел, кто хочет лететь. Амбер, что ли? Амбер, да, вот всех этих прихвостней Амберта нужно пылесосить как. А, не прихвостней Амберта? Ну, я, да. Я не здесь. Я вообще не здесь. А, точно. Он был так рядом. Я вот в этот ваш варно захожу, блин, раз в неделю. Посмотреть, как тут вообще люди выживают.